Друзья, всем здрасте, всем привет-привет. Вы на канале Пиратская жизнь, с вами Нина и Вова. Так, у нас сегодня ужин. Чуть тебе не нравится? Это вот тот лук, который был. Ну, я как-то его украсила. Видишь, все равно красиво. Так, у нас блины с икрой. Сегодня на ужин там блины, икра, сыр такой интересный. У меня вот такой вот тарелочка авокадо с помидорками чоури. У Вована доедает салат. Также у нас на ужин, короче, отварная картошечка. Вот, у меня с индейкой, у Вована с индейкой купательной. Я купату есть не стала, потому что мне скоро с кровью дела обстоят. Так что пока что вот так. У меня скромненько, у Вован не очень. Ты лицо свое покажи. И вдри ты... Все, приятного тебе аппетита, да. Я вот авокадо на первую съем. Чуть, знаешь, чуть-чуть посолила, и что, нарезала. Это как вкусненько. Хотела бы сейчас купать на честь, но не буду. Потому что она жареная, а мне пока жареная нельзя. У меня дикой. Остатки. Тушеные дикой. Что, завтра буду есть, не знаю. Блины с икрой. Прихорошиться. Что-то уже роняешься. Слушай, надо сейчас к этой соли опять привыкать. Потому что я начала уже с помощью нее пересоливать. Я тебя привыкла кто-нибудь? А это я уже пересолить начала. Что это вдруг? Не знаю, так получается. То это соль меньше уходит. А ты больше надо. Наоборот, то и больше. Те кристаллы не всегда растворяются. Там она какая-то не особо соленая. Вот эта каменная соль, она более соленая. Сейчас он лежал, он мне командовал, делал упражнение, которое прописал врач. Вот ноги. Знаете, вообще не сложно. Абсолютно. Делается на изи. Мать ногой, задержка, велосипедик. Так подъем, сяк подъем, задержка. В общем, вообще не сложно. Два велосипедика. Угу. В общем, надо только не забывать себя заставлять делать. А так вообще не сложно. Надо, понимаешь, ногу разрабатывать. Потому что сейчас по улице особо не походишь, потому что такая погода дурацкая. Вот, и не хочется на самом деле туда. Там холодно. Вот, а пока дома... Какие-то хоть такие упражнения делать для ноги. А что, Вован дала задание, говорю, давай меня гоняй. Я же гоняю. Там если надо будет, я тебе еще положу копать. Просто там не влезло. Если надо, еще положу. На свежих нажарила. Вкусно ем. У меня свой салат, вон и свой. Ну, когда? Без салата. Это, кстати, должны были быть мешочки. Но мешочки нифига не держатся. По крайней мере, луком точно. Чьи мешочки-то? Мешочки с начинкой. Раз, ты. Мешочки с укоркой. Не получилось. Хлеба нету. Мусор не вынеси. Короче, не знаю. Чё ты мне сегодня вообще опять целый день дома? Но опять же, как я всегда говорю, деньги целее. Вот реально, вот из дома выйдешь, где-то что-то потратишь. То здесь что-то купишь, то там что-то купишь. Да не, вот он. Самый лучший способ сидеть дома. Ему еще погода такая. А дома сидишь, что-то здесь приготовишь, здесь приберешь, там приберешь, какие-то домашние дела сделаешь. Вроде дом-то хорошо. Говорю, если не погода, я бы, конечно, с удовольствием походила, погуляла. Расходиться мне надо. Да и Вовану, блин, надо кардио идти.
А вот он без меня хрен куда выйдет. Да хватит. Ну а что, ты пойдешь куда-то ходить, что ли? Иди, сходи. Тебе вообще надо кардио делать. Угу. Ты прям много куда-то идешь? Да. Даже он к врачу ездил, и то такси вызывал. Хотя идти тут недалеко. Я оттуда пешком шел. Оттуда. А тебе надо и туда, и оттуда. Да, чтобы там вообще прям... Да. Зашкаливал, да? Вот зашкаливал, это как раз и есть кардио. А не вот это вот твое вольерное с горки. Мне вот так с горочки пройти, это прям вот кардио. А тебе врач как объяснил? Не в гору бегать. Объяснял. Дома куплю эту беговую дорожку. Да. На лоджии поставлю. Будем ходить по очереди. Или широкую взять и вдвоем гулять. С экраном, да? Угу. Ой, кино включать. Или это, или просто прям перед телеком нашим поставить беговую дорожку. Там у нас как раз рядом с Гаврюшей есть место. Ну еще да. Идешь, смотришь телек. Мне кажется, вот люди, которые ногу сломают, они, мне кажется, вообще дома сидят. Я помню, когда Диман ногу ломал, он постоянно дома сидел. Хотя он очень любит и погонять, и на велике. Вот. Это, по-моему, в зиму тоже сломал, в прошлом году. Он дома сидел. Потому что с его ногой хрен куда покой. Подскользнешь и еще раз сломаешь. Да, сцену прыгнул. Угу. Попрыгали бы. Ты эту купатинку не ешь. Она вкусная вся. Картошку, знаете, просто отварила и добавила немножко это подсолнечное масло. Это пахучего. Вкусно. Даже не пьем, а просто подсолнечное. Немножко. Что-то я еще блинами наелась. Я зубы здесь хочу. Ты не понимаешь, куда Вован столько лезет? Он сейчас спорит все. Чего все? У тебя растущий организм. Я вот ем уже прям, знаешь, через силу. У меня работа такая. Кушать. У меня тут челка не очень лежит. Блин, уже обросла. Конечно, надо идти стричься. Я больше месяца уже не стриглась. Ты такой мягкий лук, да? Говорю, иногда вкусно попадается. Иногда какие-то не очень. Что еще невкусно есть, да? Не, ну я тогда что-то ела, но вообще какой-то безвкусный был. А уж хотела говорить, что все, моя любовь, роман с авокадо закончен. Нет, опять вкусненько попался. Нормально. Ты же можешь тебе картошки положить, что-то я уже объелся. Ну, тебе же как раз. Ну, чуть-чуть прям. Нет. Ты хочешь, чтобы я пополнела? Да. В смысле? Ты хочешь, чтобы я еще больше была? Тебе что, мало? Тебе от этого ничего не будет. От трех картошек, да меня разнесет, как хомячка. Да. Во, я вижу, процесс уже пошел. Нифига не похоже. Похоже? Нет. Давай, лучше тебя пускай разнесет. Тогда ты от меня никуда не укатишься. Ты от меня никогда не бросишь. Потому что никакая баба на тебя не посмотрит.
Вот, видите, закармливает меня. Хочешь, чтобы я стала еще толще? Фидер! Да. Блин. Ты меня... Фидер! Закармливаешь тут. Знаете, какой фидер? Раскармливаю специально женщину. Извращенец. Ну да. Девочки, муж-то у меня извращенец. Фу, он меня закармливает. Ты меня закармливаешь. На самом деле это три картошины помыла. Порезала вам кусочка. Говорю, да есть мало. Ну, кстати, средненькие, короче, вот такие. Что надо получилось? Вадим, водичка попей. Встать попрыгать разу что, чтобы она провалилась. И что? Ты водички попей. Ты что, поможешь? Да. Все, я съела. Вы, наверное, блины я сегодня есть не буду. Да, на обед это останется. Или хочешь ешь? Ты уже обедался. Там, кстати, это, вместо хлеба есть это, как он называется, блины. Муж извращенец. Это авокадо вкусный. Может, из-за того, что авокадо такой сырный? Реально, как авокадо поешь, жрать прям неохота. Вместо сала. Это зеленое сало. Слушай, мне кажется, вообще на самом деле, что мне надо эти упражнения делать на полу лежа, чтобы было жестко. На стульчике, потом на полу. А стульчики, вопрос, где взять стульчик такой, чтобы еще и ножки свисали? Не знаю. У меня такого получится. У меня слишком длинные ножки, они не свисают. Там написано, сядьте на ровную поверхность, чтобы ноги свисали. Вопрос, где такую найти поверхность, чтобы у меня ноги свисали? Чтобы ноги не доставали до пола. Да. У меня нет такого. Должен быть стул выше. Причем, кстати, это, кстати, прям правильно должно быть. Например, в ванной. Не, в ванной выше. Ванной не поможешь. Я говорю, барный. А, барный, да. Во, точно. Надо сходить в бар, попить пиво и там сидеть ножками дергать. Вы что, запрещу? А у меня упражнения тут. Литр боул и профилактическая это, процедурный кабинет. Это зарядка перед тем, как выпить, да? Да-да-да. Будешь чай? Тебя хвои. А что ты хочешь? Мне кажется, это из-за того, что масляные там есть. Я тупо не хочу их обгладывать. Но еще это интерес к этому салату пропал. Плюс там перец, от которого у меня постоянно изжога. Не знаю, кстати, у меня почему-то изжога от болгарского перца. И как поем, в любом состоянии, тушеное, просто свежий. Решающий. Изжога. Ага. Я мучусь. Все, хватит. Какой-то хорошего понемножку. Я с грузочной такой ужин. Ты блиночки будешь? Или нет? Нет. Да ладно, как. А колбасочку еще не положить? Колбасочку положить? Положи. Что, все время положить? Ну ты скажи, если надо, я положу. И колбаски тебе не жалко. Вот икру, когда ты сегодня ложками, блин, наваливал. Я убить хотел. Говорю, ни хрена себе обнаглел. Вот посмотрите предыдущий выпуск. Когда он эту наглость вообще сыграла. У него так уже целый, блин, с икрой. Так он еще больше туда наваливает. Я говорю, ни хрена себе ты, батенька. Блин, настоящий блин. Это уже получается не блины с икрой, а икра с блинами. Нет, Вов, к сожалению, мы еще столько не зарабатываем, чтобы вот такими порциями, как ты, жрать, понимаешь? Чтобы это была икра. И то, считай, за два раза сожрали банку. Ну, чтобы блин не было, было видно. Не было, было видно? Да. Так было или не было? Не было. Не было. Вот, представьте себе, какого...
А черную икру также будешь есть? Так же. Так же. Ну, вообще, дорвался. Не, мне кажется, должно быть все-таки немножечко такое-то. Немножко положил, так чисто, знаете, для вкуса. А не так прям. Один шоу. Да. Сейчас еще и про Шупер блиц. Нет, это решающий раунд. Ага. 6 очков. А, там обнулили. Сейчас ответь правильно, значит вылетит. Это у нас что, где, когда? Ответь неправильно, значит вылетит. Что, где, когда? Я как всегда ночью жду. На ночь, чтобы спалось крепче. Сегодня... Пойдем сегодня покатаемся на машине. Пойдем это, пойдем то. Сходили. Надо хлеб купить, надо мусор. Ходили. Ну, говорю, одно успокаивает. И чего, детское, да? Что такое? Я в 6 утра тут мусор выносил. Для меня это так. Спорщик работы. Может, ты это порезать не хочешь? Нет. Так удобнее, приятнее кусать. Угу. Эффекта утащит. Эффекта утащит. Ты нужен тебе. Я что-то даже не хочу. Дом, когда, знаете, лишней энергии не спускаешь, и это как-то не особо жить хочешь. Поэтому я, видите, воздерживаюсь. Дополнительную минуту взял. У меня организм тоже, знаете, вот я... У меня интуитивное питание, это называется, интуитивная диета. И когда вот хочешь кушать, ты ешь. Когда ты не хочешь кушать, ты себя не насилуешь, ты не ешь. Так вот. Вот сожрал уже таз. Вот, видишь, как... И понимаешь, что второй таз ты есть не будешь. Человек думающий. Вот. Я говорю, понимаете, вот когда сожрал таз до этого... Не таз, а блин, блин, понимаешь, что, в принципе, второй таз, блин, в тебя уже не влезет. Что, давай, дай же. Да, все. Че? Будь он до последнего. Чего ты? Ничего. Чего? Господи, ой, какой он счастливый. Он довольный. Он счастливый с этой купателем. Ой, вообще. Вкусная, нормальная обжаренность. Нормально? Прожарились? Нормальный. Чоризо. Купаты чоризо. Ура! Победа! За победу. Второй минуты только. За победу. Подумал. Ура! Если бы дополнительной минуты не было, проиграть бы. Нет. Все равно все. Молодцы. Ой. Мы ждем, когда ты уже доешь. Доешь, все, будем заканчивать. Все, заканчивай. Ну, ты пока не доел. Как ты не доел? Ну, вот Купатина, у тебя салат еще. А у тебя тоже он еще. А это и уже все. Че все, ты еще не съел тоже. Я сказала, мне уже больше не лезть. Mm-hmm. А все, да? Оп. Оп, ловкость, рук и никакого машинства. Короче, девочки, видите, у меня муж какой? Mm-hmm. Вот он меня закармливает, фидер, видать. Mm-hmm. Ты? Я фидер. Нет, я фидер. Мужа закармливаю, чтобы от меня никуда не укатилось. А ты вдруг какая, блин, зараза уведет. Он же у меня, смотрите, какой колесенький. Умненький. Вот. И вот, знаете, колбаску так поманишь, и он говорит, все, что хочешь сделать. Меня виляй попой. Колбаска. За колбасу душу продаст. Вот ебуку. Знаете, ты девушки, я прям удивляюсь. Мне кажется, другая баба ему, знаете, уже так... Краковской колбаской, мы вот так, дык-дык-дык-дык-дык, он такой, все, я с тобой разбожусь. Краковской колбаской. А, такой прям, знаешь, разламываешь, он так, Фон обякнет. Фон обякнет, что, нет? Все, ладно, всех любим, всех целуем. Не меньше московской. Все, цену вы знаете теперь. Не меньше московской. Все, всем хорошего настроения. Любим, целуем, завтра уже будем есть. Честно, уже какие-то сегодня объеты. Вот, увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.